Задача автоматизации человека уберечь от опасности, заменить механизмами и датчиками, повысить трудоотдачу. Там, где автоматизацией занимаются, многие проблемы снимаются, улучшается управление, снимается напряжение людей в процессе труда. Но так было не всегда. Чем приборы работают точнее, тем система мощнее. Меньше вмешиваться людям, процесс не так труден. Автоматизация помогает вести учет, по материалам, запчастям составлять отчет. На производстве постепенно создается целая система управления.